Castle production. Начало нашего путешествия в Армению. Смотрите, ребята, я один, единственный. Шофер там фары откручивает. Пост какой-то на Шимонаехе запрещает дополнительное освещение. Нету людей. 25 сегодня октября. До Новосибирска осталось 20 километров. Ну реально уже зима. За бортом минус 10 где-то. Снимается специально автобус. Практически пустой. Там четверо человек подсадили. Для контраста специально снимаем, посмотрим, что будет в Армении и Грузии. Азербайджан пока у нас под вопросом. Наша первая ошибка в путешествии в Армению. Мы сняли гостиницу возле аэропорта по букингу. А аэропорт согласен здесь. И по букингу якобы 37 минут до гостиницы. Ребята, на самом деле это 7 километров. То есть даже с легкой походкой это будет ну минимум час. Ну если бегом только, мы бегом. Не, ну тут хорошо, воздух свежий, согласен. Естественно, туда мы на такси доедем. Я просто специально вышел показать вам, что нету никаких абсолютно. И не доверяйте букингам никогда. Все их расстояния умножайте как минимум на 2. 37 умножить на 2, ну вот да, 60, что там, 74 минуты. Ну ничего страшного, естественно. Поэтому по букингам, мне кажется, лучше гостиницы снимать визуально, чем виртуально. Сам-то отель вроде приличный. И номерки там, кстати, рекомендую. Ну рекомендую тем. Это вот дальнобойщики, наверное. Тут терминал погрузочный. Ну точно не аэропортовским, ребята. В косяк ехали мы, поэтому вас предупреждаем. Новый Боинг. Абсолютно новый Боинг. Яуза. Яуза. Дом на набережной. Книгу про него читал. А вон Крем же, Гриша, уже. Да вон, впереди. Ну. Вот этот большой каменный мост. Яуза. Магнитофоны раньше такие были. Долетели в Новосибирск. Авиакомпания Победа стоит 4000 рублей. Билет на автобус из Каменогорск в Новосибирск стоит 2000 рублей. Такси стоит 800 рублей. Такого никогда не было. Я боялся даже. Говорю, давай не поедем. Я как вспомню, я раз ехал, но это было миллион лет назад. И таксисты разводили. Давай сыграем в карты и так далее. Там приколы. Ребят, настолько все цивилизовано. Стоит 800 рублей с Внуково доехать до сюда. Это вообще, это просто практически даром. Поэтому давайте скажем спасибо американцам, кто придумал Яндексы, Гоглы, Мэпсы, Тугисы или Двагисы, как их называют. Поэтому, наверное, сейчас вот KFC покушаем и пойдем потом, благодаря букингу. Букинг же тоже иностранная, да, Гриша? Вот благодаря букингу сейчас снимем спокойно гостиницу. Так что, ребята, путешествуйте. Вот к этому огню Владимир Владимирович Путин возлагает цветы. Можете посмотреть парад 9 мая. Вот мальчишки стоят. Холодно им, бедным. А вот так он шел 9 мая с дедушкой, генералом, которого хотели убрать охранники, потом не убрали. И здесь еще он стоял, по-моему, под дождем без зонтика. Владимир Владимирович. А там KFC всякие. Ребята, вот это очередь до сих пор на дедушку мертвого посмотреть, Владимира Ильича. Мавзолею. Ремонтик. Храм Василия Блаженного, конечно. Шедевр мировой архитектуры. ГУМ кому принадлежит?
симпатичному еврею кому-то. Он является спонсором всяких благотворительных актерских организаций. Самое главное произведение искусства Красной площади. Храм Василия Блаженного. ГУМ отреставрировали супер. Я был последний раз 20 лет. Москву меня больше не тянуло. Не знаю, как она изменилась. Вот какие-то адмиралы стоят, смотрите. Макси-адмиралы. Ну, обстановка такая дружеская. Очень много китайцев. Очень много. Такое ощущение, что я не уезжал с Китая никуда. Это Ленинская библиотека, да? Все Ленин. Как будто бы все Ленин это создал. Мавзолей Ленина. Библиотека имени Ленина. Хороший мужик. Рубли у меня до сих пор его есть, свое изображение. Вот почти без букингов. Пришли на Красную площадь, отошли 10 минут. Ой, сняли отель. Красная площадь. Вена. Ну, чуть-чуть вон там. Стоит 5000 рублей. Ну, приличный. Нам на одну ночь, завтра мы съедем куда-нибудь на ВДНХ. Может быть, не знаю, посмотрим. Могу дать совет тормозам таким, как я сам. Отходите вот от Красной площади, ну, не знаю, 5 минут. И тут куча всяких вот... Заходите в первый, D-отель называется. Ну, там еще тоже были просто заняты, которые подешевле. Вот этот вроде считается дорогой, 5000 рублей. Хотя в Новосибирске мы сняли задницы мира за 2,5. Поэтому, извините, от Красной площади снять за 5, я считаю, как бы это недорого вообще. И еще здесь есть настоящий Гиннес. Знаете, чем отличается настоящий Гиннес от настоящего? Пузырьки идут снизу вверх, а не сверху вниз. Это мне товарищ объяснил в Нью-Йорке. Пивной барон такой есть, Костя. Ребята, мы, кажется, живем с отелем рядом. Ритц Карлтон. Круче его только. А вон наш отель в этом доме. Ну, это фантастика. Кто бы сказал, что стоит 5000, конечно, я бы не поверил. Кстати, в ресторан может легко вообще зайти. Я фильм посмотрел про Жукова маршала. А что-то вот этот памятник не показывали, я забыл. Смотрите, какой красавчик. Балуев там его играет. Актер такой. А нас хотели обуть с тобой. Ну тут, видать, видишь, английский автобус, поэтому за это. Не, за это поедем. Видишь, сэкономили денег. Просто там стоит английский автобус двухэтажный, там стоит 1000 обзорная экскурсия. Тут мне нравится тот, который первый. С этими Елизаветами. Слева белые колонны на картинах рельефа. Это дом благородного собрания. Здесь проводили грандиозные балы дворянской Москвы. И, конечно, сюда привозили молодых девушек из загородных имений, знакомясь с богатыми московскими женихами. Не было вообще мысли о любви. Все браки по расчету. Ну, то есть, если вдруг там еще случалась любовь, то это, конечно, исключение. Вот такие правила дворянства. Дворяне любили отдыхать в театрах, мы с вами на Театральной площади. Слева назад. Кубоку с Кустаполом, который управляет четверкой лошадей. Как говорили в 19 веке, это первый трезвый извозчик Москвы. Серый готический замок слева, это магазин ЦУМ, а раньше Мюр и Мюрлис, это первый магазин в Москве, где появился лифт. И очень привлекал гостей. Но тогда это называлось движущийся металлургов. Слева желтое здание с белой люкминой – это здание малого театра. Отличается от большого только количеством посадочных мест, а интерьеры также в золоте, красной парче и люкмине. Справа. Сейчас его памятник находится в парке «Искусств-музеон» рядом с Москвой-рекой. Где сидел? До памятника в центре Лубянской площади стоял водозаборный фонтан. А что такое водозаборный фонтан? Это фонтан вместо водопровода. Это самый большой собор Русской Православной Церкви. Его высота 103 метра, а вместить себя может 10 тысяч прихожан. То, что мы с вами видим, построили в 90-е годы.
А первый храм построили в 19 веке. Строили 44 года, а простоял он 48 лет. Потому что Сталин приказывает взорвать храм Христа Спасителя, чтобы на этом месте построить дворец Советов. Дворец Советов должен был быть в 4 раза выше храма Христа Спасителя. Но мы понимаем, что сделали только фундамент, а потом война, и такое грандиозное строительство не продолжают. После войны решают фундамент как-то законсервировать. Лучший консервант для бетона – это вода. Поэтому что здесь построили? Бассейн. Мало, группа. Бассейн. Бассейн Москва. Самый большой в мире открытый бассейн с подогреваемой водой. В 90-е годы построили храм заново. Слева белые палаты 17 века. Это белые палаты князей Прозоровских. Маленькие окошки, похожие на крепость. Это вот такие до пожара 1612 года, до Наполеонского нашествия, такая Москва была. А какая Москва была после Наполеонского нашествия? Вот какая справа, усадьба Хрущевых. Они были очень богатые, с этой стороны колонны и портики. И даже туда, в переулок, еще один парадный фасад, еще колонны и портики.